Дорогие мои друзья, которые смотрят нас сейчас, я, Давид Суарес, начинаем шоу «Веры». Попрошу подождать вас несколько минут до того момента, как появится доктор Суарес с проповедью Слова Божьего, и продолжим разговаривать о вчерашней теме. Господь руководствуется справедливостью и отвечает просящему. Как все устроено в Царстве Божьем, вы поймете это сегодня, чтобы вы в своей жизни поступали так же, как Давид поступил в прошлом и получил ответ от Господа. Он хочет дать ответ вам сегодня. И когда у вас есть очень серьезная проблема, и вы не знаете, как разрешить ее, Мария Ленир сегодня главная героиня истории реальной жизни. У нее был ряд проблем в жизни. Из-за этого она стала зависима от алкоголя, сигарет, стали появляться разные финансовые проблемы. И в один прекрасный день она начала слушать Слово Божье. Внутри себя она не верила. Возможно, это происходит и с вами, вы насторожены. Неужели это правда? Может, вранье? Может, это шутка? Может, меня обманывают? Но она решила действовать. Она решила слушаться Бога. И все начало улучшаться. Но она не удержалась. Все снова стало ухудшаться. Только тогда, когда она поняла, что Слово Божье нужно постоянно и всегда исполнять, она снова поверила. И она начала чувствовать благотворное влияние Господа в ее жизни. Совсем скоро мы увидим, что Господь сотворил в ее жизни и что Господь может сотворить для вас. Потом мы помолимся со всеми вами. Если вы нуждаетесь в молитве, я приглашаю вас помолиться с нами во время передачи, или же вы можете отправить нам имейл. Мы обязательно включим эту нужду в нашу общую молитву и помолимся все вместе во имя Иисуса. После молитвы веры я хочу пригласить вас вернуться в эту студию со мной. Мы поговорим немного о других деяниях Господа, которые происходят в жизнях других людей и точно произойдут в вашей во имя Иисуса. Перейдем к шоу веры совсем скоро, я вернусь. И для Иисуса эти прекрасные аплодисменты. Друзья мои, на прошлом богослужении мы начали изучение Псалма 17, который даст нам много света, много ориентиров. Нам достаточно лишь следовать за светом, который Бог прольет перед нашими ногами, озаряя наш путь. Можете быть уверены, что мы будем победоносными людьми. Наш Бог – добрый Бог, истинный Бог, Бог, исполняющий свое слово. Когда Он касается вашего сердца, открывает ваше понимание, брат мой, вы вытащили счастливый билет. Вы можете идти на этот свет, следуя тому, что сказал Господь Иисус, и вы будете очень успешны. Когда мы оставляем свет Бога в стороне, мы спотыкаемся. Иисус сказал, что жизнь делится на две части. Он сказал, не 12 часов во дне и 12 в ночи. Кто ходит днем, не спотыкается, кто ходит ночью, спотыкается. Если мы научимся ходить только днем, то есть на свет Слова Божьего, мы не будем спотыкаться. Не будет ни одной битвы, что мы бы проиграли. Наоборот, мы начнем коллекционировать победы, победы и победы. Когда мы отказываемся от света Бога и ходим ночью во тьме без света Господа, тогда мы спотыкаемся, и ситуация усложняется. Но Бог привел меня сюда, привел вас для чего? Чтобы облегчить нашу задачу. Теперь, друзья, мы изучим Псалом 17. Смотрите, приготовьтесь понять нечто столь простое, но столь могущественное, что может принести большие перемены в вашу жизнь. На прошлом богослужении я прокомментировал стих 1, я постепенно перейду к началу 2 стиха. Каждый стих этого псалма – это очень важный урок. Иногда урок Божий приходит явно, явным образом. Иногда он приходит в скрытой форме. И Иисус, например, объяснял через притчи. И царь Давид усвоил эту манеру, и он преподнес, как если бы это было его собственное заявление. Но это урок Святого Духа для нас. В первом стихе он говорит так. «Услышь, Господи, правду, внемли воплю моему, прими мольбу из уст нелживых». Он усвоил, что Бог слушает лишь правду.
лишь правое дело. Какое дело правое? Кто-то стукнул мою машину, и я подаю иск в суд на этого человека. Наступает на ногу и травмирует, я подаю иск в суд. Это по человеческим понятиям. Со стороны Бога следующее. Кто бы вас не атаковал, чтобы вам получить ответ от Бога, чтобы Бог услышал, Бог ответил на вашу просьбу, вы должны найти слово, которое говорит об этой теме. Например, болезнь. В Исаии 53 сказано, что Иисус взял на себя все наши немощи, боли, грехи, беззаконие, преступление, наказание, что принесло нам мир, и ранами его мы исцелились. Значит, мы можем молиться с верой. Я не принимаю этого, так как дело правое. Почему это так? Потому что он уже заплатил. Если он заплатил, не нужно платить. Если вы живете в мучениях, в отчаянии, вот ведь я нахожусь в тяжелой ситуации, много искушений, я теряю себя, вы придете к Господу Богу, Отец, Иисус сказал, объяснил, и не веди нас в искушение. Я пришел просить, я больше не могу. Я хочу, чтобы Господь меня сейчас избавил. Брат мой, если вы поступите так, в тот же час это закончится. То, что, казалось, никогда вас не оставит, это желание покончить со своей жизнью, сделать что-то неверное, полностью исчезнет, и вы свободны. Итак, Давид молился. «Услышь, Господи, правду, правое дело, внемли воплю моему». Вы не можете молиться формально, в полсилы. Молитвой ребенка, чтобы у вас вырос зуб, чтобы бычок заснул. Вы должны молиться с верой, так как тот вопль, когда вы разрываете сердце, Бог, я хочу, потому что так написано, вы окунаетесь головой, другими словами. Я больше не выдержу. Подождите, чтобы Бог дал вам правое дело и дал способность вопить. Всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Если вы так сделаете, запишите себе, вы получите ответ от Бога. Услышь, Господи, правду, внемли воплю моему. О чем еще Давид говорит здесь? Прими мольбу из уст нелживых, не мошеннических. Когда мотив не библейский, в духовном плане он мошеннический, так как есть лишь одна основа, лишь одна. Слово – это основа, но более того, есть только одна причина для всего слова Господа. Бессмысленно вам говорить: «Бог, я не хочу страдать, избавь меня от страданий». Это хорошо, но вы говорите по-человечески. Когда вы найдете нужное слово, как я процитировал Исаию, когда вы найдете это обещание к Филиппийцам 4:19, «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе». Здесь у меня есть нужда. Я пришел сюда не только потому, что нуждаюсь, потому что Господь обещал, что восполнит все мои нужды Христом Иисусом. Я здесь, чтобы просить. Итак, не уста мошеннические, вы не придумываете этого, вы не изобретаете что-либо, чтобы увидеть, сделает ли Бог. Вы в рамках слова Господа. Но какой бы ни была проблема, какой бы серьезной ни была нужда, вы молитесь, молитесь с верой, с устами нелживыми, Словом Божьим, и вы получите ответ. Это мы уже видели. Теперь новый материал, стих 2. «От твоего лица суд мне изыдет, да воззрят очи твои на правоту». Суд мне, я не должен торопиться. Библия гласит, грешит и ошибается в цели тот, кто торопится. Мой суд должен пройти перед очами Господа. Когда я смогу понять слово, я смотрю прямо в глаза Богу, и Он смотрит в мои глаза. Такой момент помазания нисходит на меня. И я думаю, я действую. Я имею возможность сделать то же, что делал Иисус. Как будто это не я, а Иисус находится там. Слово Божие даст вам такие возможности. Итак, в тот час, когда вы перед очами Господа, начнется ваш суд. Имейте немного терпения. Бог, мне необходимо это слово. Сотник сказал Иисусу: «Отправь лишь одно слово, и мой слуга будет исцелен». Мне нужно твое внимание, и настанет момент, и мы, проповедники, уже наблюдали это множество раз. Павел видел это в Листре. Он проповедовал, и один мужчина с больными ногами, который никогда не ходил, он сидел. Павел увидел, что у него была вера, чтобы исцелиться.
Павел прокричал: «Поднимитесь на свои ноги!» И мужчина поднялся. Чудо было столь удивительным, что даже священник языческой религии, бывший там, предложил жертву Павлу и Варнаве, они работали вместе, считая, что это были боги, Меркурий и Юпитер, явившиеся в человеческом облике. Из-за чуда, что произошло. Но что там произошло? Павел был перед Господом Богом, зная, что это Бог говорит с ним. Было то самое единение, и с мужчиной тоже. Павел увидел, что у него была вера, и он был исцелен. Очень часто вы видите, что человек принимает решение. Не нужно больше ни о чем спрашивать. Вы проникли в душу человека, увидели, что он предстал перед Господом Богом. В час, когда вы предстанете перед Богом, когда вы ощутите, что Бог над вашей жизнью, что осветил вас, брат мой, вынесите приговор. Свое заявление, свое намерение. И теперь, сегодня я покончу с этой властью зла. Я разрушу эту силу зла. С этого момента зло разрушено. И что же произойдет? Произойдет то, во что вы верите, что потребовали. Суд мне да изыдет. Это приговор. Вы требуете. Разрушено зло – это приговор. Такой же, как у судьи. Здесь вы царь. В час, когда вы в присутствии Бога, вы приказываете. Но, доктор Суарес, если чудо будет великим, брат мой, не думайте два раза. Иисус Навин участвовал в битве, день завершался, враг уже перестраивался, и все говорило, что на следующий день будет еще хуже. Он помолился, и Бог услышал. И что сказал Иисус Навин? «Стой, солнце над Гаваоном и луна над долиной Аялонскую». И Библия гласит, что почти целый день солнце не садилось. Это подтверждает даже наука, что есть один день, недостающий в истории человечества. У меня была эта статья от НАСА. Почти 24 часа солнце не садилось, и он завершил начатое. Однако солнце не остановилось. Остановилась Земля. И не только она, вся Солнечная система, вся Вселенная по приказу одного человека. Приказ человека равносилен приказу Иисуса, когда он стоял перед могилой Лазаря. Уже 4 дня, как погребенный, началось разложение. Лазарь, иди вон! Умер от болезни, и человек поднялся и пошел. Иисус сказал, развяжите его, он был весь обмотан, пусть идет. Почему такое произошло? Потому что Иисус был в присутствии Бога. Он смотрел на отца, и отец говорил с ним. И то же самое. Вы почувствовали, теперь не важна проблема. Вы намереваетесь и можете записать. Дело будет сделано во имя Иисуса. От твоего лица суд мне да изыдет, да воззрят очи твои на правоту. Не может быть по-другому. Очи Бога воззрят лишь на то, что Бог пообещал. Если у вас нет времени читать Библию, у вас нет времени, чтобы выяснить свои права. Вы будете духовно безграмотны и не можете ничего требовать. Вы будете вопить, вопить, но не сможете ничего добиться. Это как человек, который не может прочитать номер автобуса, ни цифры, ни буквы. Если никого не спросят, не сможет выбраться из города. Куда это идет, этот автобус? Это будто вы попали в чужую страну, и все надписи на непонятном языке. И даже грамотный человек, но не знающие местного языка, буквы не такие, как наши. Предположим, вы в Индии, в арабских странах. Куда идет вот этот автобус, я не знаю. И это трудно. Приехали в Японию или приехали в другое место. Если вы не спросите кого-то, кто говорит на вашем языке, вы ни шагу не сделаете. Это печально, когда человек не знает. Однажды мне довелось даже поговорить с одним мужчиной. Извини, друг, у меня сейчас посадка. Это был бразилец в Сеуле. В самолете не было больше мест, меня направили на другой рейс. И он сказал, и что мне теперь делать? Я не говорю на этом языке. Ну как же вы так путешествуете? Ну просто мой друг уже ушел. Я сказал, найдите кого-нибудь. На мой рейс объявили посадку, меня уже зовут. И так необходимо, чтобы воззрели на правоту. Бог не ответит, если не будет правоты. Нет, я знаю, это мое, я ни за что не откажусь. Это благословение мое, и я получу его во имя Иисуса. Господь Бог отвечает, когда основание библейское. Делайте так, мой дорогой, и ваша проблема исчезнет. Рука Бога будет действовать, и вы получите благословение. И что же мы усвоили сегодня? Стих 1. «Услышь, Господи, правду». И что еще? «Внемли воплю моему, нужно вопить. Прими мольбу из уст нелживых». И тогда от твоего лица нелживые уста произнесут приговор, суд мне да изыдет.
Вы не можете действовать без помазания Божьего этого направления. Вы можете быть освящены. Но если вы свернете в сторону, ничего не произойдет. Только перед Господом я приказываю. И что произойдет? От твоего лица суд не доизыдет, да воззрят очи твои на правоту. И отложим на следующий раз следующий стих, так как в нем есть важный урок во имя Иисуса. Позвольте мне сейчас помолиться. Спасибо, Бог. Спасибо. Спасибо за пищу. Вся нация напиталась. И Бог каждым откровением сердце освещается и подготавливается. И человеку Бог приобретает большее знание, отвагу, веру. И, о Бог, уже есть люди, получающие благословение. Я прошу для всех этих людей, помоги, Отец, помоги нам понять больше, чтобы выполнять Твою волю. И мы прославим Тебя во имя Иисуса. А вы скажите аминь. Аминь. Переходим к истории из реальной жизни. Уже 8 лет, как я узнала Иисуса. Начала ходить в церковь благодаря каналу ВИЧ. Раньше думала, это абсурд, когда доктор Суарес призывал к спонсорству. Но я тогда ничего не понимала. Я была тронута. И изменила мое мнение, когда призыв коснулся моей души. Он не заставлял никого ничего платить, но я начала жертвовать. И потом ее жизнь мало-помалу изменилась. Так что наша семья начала замечать эти изменения. Она пила, она курила, но вдруг она бросила все это. Тогда я поехала в штат Сиара, у меня там был брат, который принимал все наркотики, еще и пил. Приехала туда и взяла масло из церкви. Я помазала его кровать несколько раз. Из-за этого он бросил пить на 2 года, порвал с наркотиками. Я была очень рада. Я чувствовала, что это благодаря спонсорству, потому что я платила спонсорство. И благодаря этому Господь сделал все это в моей жизни. Несмотря на благословение, которое Господь послал в ее жизнь, Эленир не осталась до конца верной. Я оплачивала спонсорство около 6 лет, но я перестала потом платить, потому что я была не в состоянии платить. За 1 месяц я заплатила, в следующий не заплатила. Вот начал собираться. Ай, я не буду платить больше. Когда она мне сказала, что уже некоторое время она не платит спонсорство в церкви, которому был призыв в ее сердце, я ей сказала: «Я думаю, что если ты чувствуешь этот призыв в твоем сердце, пусть будет так. Вернись и жертвуй церкви». Потом я изменила мой адрес, и я иногда приезжала до моей подруги. Она сказала: «Послушай, тебе пришло письмо от доктора Суареса». А я сказала: «Отправь назад». Она спросила: «Не будешь больше платить?» «Нет, не буду». Когда я приехала, она сказала: «Эленир, я отправляю назад, но не торопись». Эленир бежит от призыва Бога, но она не знает, что у него есть большие планы для ее жизни. Я никогда не переставала ходить в церковь, как-то доктор Суарес сказал: «Вы, которые перестали платить спонсорство, по каким-то причинам, братья мои, если вы чувствуете призыв, вернитесь и платите снова». Тогда мое сердце начало плакать внутри. Я сказала: «Это обо мне». Это было, я снова получила счет и попросила их записать мой новый адрес. Вот в тот день я взяла себя в руки и сказала: «Отныне я не буду прекращать платить». Я подрабатывала, была продавщицей. Продажи иногда удавались, иногда нет. Я не была зарегистрирована. Вот так у меня были трудности в делах. У меня есть дочь. Мы платим арендную плату, и у нас есть новые счета, чтобы оплачивать. Я думаю, никогда не получу такую возможность. На той же неделе я начала спонсировать. Я была приглашена работать по официальному контракту. Для нее это было очень важно. Это было все, чего она хотела. Она вернулась к своей жизни. Это так трогательно, по-семейному. Все улучшилось. Сегодня Бог в моей жизни — это все. Потому что без него я была бы никем. У нее нет больше финансовых трудностей. Это человек, который смотрит на жизнь с любовью, красивыми словами. Она снова спокойна, так же, как она была раньше. Бог — это все хорошее в моей жизни. Вот я смотрю на нее здесь сегодня, она очень счастлива, очень довольна, я рада за нее. Так я
только должна благодарить Бога за те чудеса, которые Он совершил в жизни моей сестры. Слава Богу! Позвольте мне сказать вам одну правдивую вещь. Если вы сердитесь, когда я прошу о спонсорстве, если вы посмотрите здраво, вы увидите, что есть демон, который вам мешает. Ведь я никогда вам не говорил, что если вы станете спонсором, это решит ваши проблемы. Я никогда не говорил, что это обязательно. Я даже прошу, что если вы не чувствуете, не становитесь. Мы не нуждаемся ни в ком, кого не коснулся Бог. То есть враг делает, чтобы вы не слушали и этого излились. Но тот, кто понимает все это, должен проснуться. Погодите, Бог меня призывает. Потому что враг не хочет, чтобы вы подчинялись. Я не хочу сказать, что если вы подчинитесь, Бог вас благословит. Есть люди, которых Бог призывает стать не спонсором, но стать заступником, чтобы выполнять другую миссию, чтобы находить заблудших. Итак, то, что Бог говорит, вы должны делать. Теперь переходим к первому вопросу. Доктор Суарес, согласно Библии, многие говорят, что любовь Христова обязывает нас. Это сказал апостол Павел. По правде, человек, у кого есть любовь Христа, имеет обязательство. Он обязан говорить с людьми о Христе. И очень больно людям, уже принявшим спасение, принявшим эту любовь, видеть людей добрых, талантливых, которые могли бы умножить в 10, 100, 1000 раз свой потенциал и затем провести вечность с Иисусом, пропадающими из-за греха, из-за дурацкой зависимости, чего-то грязного, а иногда и не грязного, но потерянных для Бога и дисквалифицированных. И так он нас обязывает делать больше. Это как со спонсорством. Никто не будет стучать в дверь. Эй, вы уже заплатили. Человек чувствует из сердца и платит. Мы здесь всегда проповедуем слово, боремся за людей, благословляем, делаем законченную работу. И это очень важно. Второй вопрос. Доктор Суарес, достигнув настоящего счастья, возможно лишь выполняя волю Господа? Не только когда мы исполняем, но уже когда понимаем волю, начинается. В час, когда вы поймете, что у Бога есть для вас, вас уже наполняет радость, и она пополняется, когда вы исполняете Его волю. Выполнять волю Бога – это посылать прочь болезни, отказываться от греха, и слава Богу, что это прекрасно. А теперь давайте откроем сердце. Доктор Суарес, я человек одинокий, мне уже 39 лет. Много лет назад я стал жертвой порока, который имеет власть над моим телом. Все началось в юности, когда один учитель посоветовал коснуться моего тела. По его словам, мое развитие будет быстрее, так как я перестал контролировать свои эмоции. И этот акт вызывает у меня сильное смущение. Я очень хочу освободиться, но не могу. Доктор Суарес, скажите, пожалуйста, что я должен сделать, чтобы избавиться от этого порока? Знаете, разве что я повторю то, что уже сказал здесь сегодня. Рецепт именно этот. Следуйте тому, что я уже сказал. Если вы не слышали начало, постарайтесь получить копию этой программы, и вы увидите, что именно вам нужно делать. Нет ничего сложного. А учитель объяснил вам потому, что был использован демоном, который использует многих людей, чтобы говорить глупости. Нам необходимо искать Бога, быть цельными, и именно Бог сделает вас цельным во имя Иисуса. Теперь давайте поднимемся, чтобы помолиться во имя Иисуса. Пришло время молитвы, брат мой. Все, что вы услышали, вам нужно выполнять. И верьте, Бог принес это знание не зря, а чтобы позволить Богу привести вас в Его Царство. Склоните голову, закройте глаза, Отец. Мы сейчас входим в Твое присутствие. Прослушав это слово, о Бог, убежденный, что Господь нас направил к истине, мы хотим теперь получить то, что принадлежит нам. Я прошу Тебя, любимый Отец, приди благословлять, исцелять, избавлять, преображать. Отец, приди коснуться и тех, кто сейчас здесь, приди действовать. Отец, мы верим в чудеса. Брат мой, откройте сейчас свое сердце и позвольте свету Бога сверкать в вашей жизни. Отец, войди теперь туда, где необходимо этому человеку, в его нужды. Направь своего могучего ангела, чтобы
полностью освободить эту жизнь. И, брат мой, теперь, когда вы перед Богом, во имя Иисуса, я объединяю свою веру с вашей. Я разрушаю власть дьявола над вашей жизнью. И я говорю: дьявол, забирай все свое и убирайся. Забирай свою боль, свою инфекцию, свое воспаление, свою проблему. Бог, я сейчас прошу чуда этого усиления во имя Иисуса. Отец, ответь нам, спасти нас. И во имя Иисуса уйди все зло. Мы снова вернулись в нашу студию. Твердая вера Марии заставила ее понять, что она должна что-то сделать. И она сделала это, поэтому все удалось. Эти люди, которые молились, вы уже видели присутствие Господа. То же самое произойдет со мной и с вами. Мы хотим что-то от Бога, Он обещает, да, обещает. Так что мы должны действовать, подняться и сказать: «Я буду верить в Господа и приму благословение во имя Иисуса». И в этом случае Господь вознаградит вашу веру, веруя в Слово Божье. Вы услышали обращение Господа к вам, вы нуждаетесь в нашей молитве, наш имейл и наш телефон всегда доступны, чтобы вы могли связаться с нами, позвонить нам и прислать свою молитвенную нужду. Также, если вы получили призыв стать спонсором, человек, который помогает нам ежемесячно, помогает этой программе выходить в свет, я бы очень хотел, но у меня нет возможности, знаете. Если Господь призывает вас, Он откроет для вас двери и поддержит вас. Господь не хочет, чтобы вы были в нищете. Нет, наоборот, Он хочет, чтобы вы процветали. Все зависит от вашей твердой веры. Скажите: я буду верить, Господь откроет эту дверь, и вы почувствуете все могущество Господа в жизни во имя Иисуса, хорошо? Мы подходим к заключительной части нашей программы. Хочу крепко обнять вас. Живите с миром и до скорого во имя Иисуса.